В финальном матче схлестнулись сборная Брестской таможни и республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис». Команда города над Бугом в первом тайме взяла уверенный перевес над гостями и доминировала на поле. Неудивительно, они чемпионы прошлого года. Активная игра на поле и поддержка болельщиков. Матч был на самом деле очень яркий. Первый тайм завершился со счетом 2-1. Во втором гости сравняли счет. В этом году кубок лидера Брестчанам удержать не удалось. По результатам пенальти победителем чемпионата стала сборная команды республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис». Потрясающая по накалу игра. Я думаю, в первую очередь она понравилась болельщикам. Брестская таможня испокон веков турнира таможенной службы по мини-футболу является непревзойденным фаворитом. Но сегодня впервые команде республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» удалось победить на этом турнире. Я думаю, вы видели, что наша победа была абсолютно заслуженной. Мы полностью отдались игре, оставили все силы и эмоции на поле. В этом году, к слову, количество участников на чемпионате увеличилось. Отдельной командой выступила сборная Государственного таможенного комитета. Матч завершился. Не скажу, что неожиданно, но очень эмоционально. Все получили заряд ярких, красочных эмоций. Считаю, что футбол у нас удался, такой футбол нам нужен. И в данном чемпионате победила именно молодость, взяла верх над опытом. Ну, такое иногда тоже бывает. По результатам чемпионата наградили победителей, а также лучших игроков. В ближайших планах сборной «Белтаможсервиса» подготовка к международному турниру, где в прошлом году у них была бронза, а в этом, как отмечают игроки, они нацелены лишь на победу.